мой вам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Много читайте, тогда обязательно речи и мысли не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте. Помните истину, прошлого нет. Возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно. Снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце